Оформите предзаказ и получите доступ к бете режима затмения. Оформите предзаказ и получите... Ты что, не стримишь? Подрубил, проверяю. Оформите предзаказ. У тебя на Твиче трансляция не ведется. Да-да, не ведется. Все, я тут. Здорово. Оформите предзаказ. Во сколько катать идем? Хз. Посмотрим. Всем здорово, парни. Так сказать, на потоке. Я часов в 9 или 8:30 смогу. Хорошо, так нормально. Никита заебал. Нет. О! Ты не ливанул? Нет. А, всю игру не засчитал. Ну, блядь, что за... Ты в пати? Нет, я в сало. Джибер 777. Здорово. Сразу ролим, блять.
Ну похуй. Да, 6 заролил. Еще пуч забанится, смотри. Да, пуч заба, блядь. Ой, ну какой же, блядь. У тебя по названию какой ранг? У тебя по названию какой ранг? Ancient 1, ну или Властелин 1. Уа! На самом деле я бы посаппортил. Может быть. Пусть чего на бонике не закончит игру. Давай Вокера или Рубика? Да, Вокера в саппорты. Бля, почему я в этот чат пишу? А где Shadow Shaman, блять? Что за залупа нахуй? Первооткрывателем будешь. Первооткрывателем буду, да? А вот он. Бля, может петуха взять, у него два бонусных манга. Да. Возьму петуха. Бонусная манга, блядь. Красавчик. Похвал. Ты чё в курсе? Сделал, короче, на мониторе. Ну, я тебе оставлял об этом. Для, типа, для глаз. На всякий случай, блять. Потому что у меня для глаз? Ну, типа, там все такое тусклое, типа, глазам прям приятно. Понял. Потому что у меня сосуды полопались, у меня глаза все красные. Ну такое. Вот они, блядь, тяжкие будни стримера. Дожили, блядь, уже глаза лопаются нахуй. Тупо Samsung. Бэ. Гайф. Денежным на. Ну беги сюда, я тебе варчу сдам. Джибер 777, брат, если не сложно, подпишись, буду благодарен. Я бегу. Не успел. Ну, видишь, у меня нет танга. Стоит на алхимике, но и дайте танга, у меня танга нет, блять. Шамана есть, но шаману похуй. У него 5 мутов, блядь. You should have known better.
Бля, этот Боник заебал нас мешкой рофлить. Зачем ты прикол пошел, что мама, блядь? Я к тебе приду потом. Бывает, когда шаман фраг стелит у кэри. Мид дансом. Не надо, мне рогачи. Не надо. Короче, что свой мой веник шмотки разобьет. Думаю, еще смерть одна, и он точно шмотки разобьет. Да у него, блядь, ебаный. Ебать ты мусор на алхимике, блядь. Там 4 героя меду. Кушать. А у меня герой не бежит. Паск в атаке, блядь. Я чё может. Тут трое. Сейчас на тебя пойдут. Сейчас приду на лики. Не пока. У него ульта есть. Егорян, я отойду на часик. Ты продолжай, я загляну. Угу, давай, Димон. Почти. Виномастер наигрался. Поёб. 0-3.
О. Купил морды, да, но ты просто не даешь курьера сраного, донесешь себе сраное ПТ и вот это вот говно, понимаешь? И квад, который здесь лежит, я не могу его поставить просто физически. Бля, животное ливни нахуй на своем виномансере, блядь, дебил. Фидер, блядь, ебаный. Блядь, 0-4 хардовый виномансер. С ником Рики ТП не сделать. Может быть, мне даст 200. А, я понял. Ладно, пожалуйста, можешь не сплить потихоньку. Мы тут не закончим это. Надо раздеваться, ты понимаешь? Я не могу раздеваться. У меня нету курьера просто. Помогите в топе виномансер. Меня оставьте, вы здесь все бесполезно. Давайте убьем Никса один раз и потом уходите. Я хочу шестой поднять и спушить, понимаешь? Ну зачем ты пикнул виномастер? А с виномастером я ничего не сделаю. Вот я вот так считаю. Да, позвонить еще можешь. Что за звуки, блядь? Да что это? Бать нахуй. Не на суши, блядь. У меня соло убивает уже, типа, я сейчас длину нахуй забить. Долбоебы, вы зачем изначально пошли с Боником, вообще не понимаю, против Никса стоит. Против Никса. Зачем ты офлайн на мастера взял, я вообще не понимаю. Вот я просто не понимаю. На что ты рассчитывал? Я к тебе пришел. Понимаете, сразу же на первую минуту. Первый гель, он не дамажит вообще, то есть он... Да, я сдох. Вот за удар, и он ноль дамажит, он просто замедляет, блядь. Как с тобой убивать? У тебя змейки на два? Я не слышу тебя, у меня ютуб играет. Ну у тебя змейки на два, как, блядь, убивать с тобой? Да, хуеры, я не знаю, что. Я не понимаю. Блядь. Ты пикаешь меня, ты дебил, ты виномансера в харду берешь и ноешь, блядь. Ты на первой минуте пришел. Ты умираешь, как животное бездарно. Ну и дальше. Че ты сказать? Даже видно было алхимик просто. Я не знаю, где ты, с кем мне это не надо. Я не слышу там.
Не фармить стаки, пожалуйста, только это я себе стакал. Яша, блядь, на 9-й минуте, блядь, ну и шаловы. Ты не соберите. Это я возьму. Кто он, драбоник, как? Да. Никого не будет, конечно же, блядь. Ой, мне это заебало. Просто кора не дают, блядь. Ну и мрази, сука. Шторму с аквилы сейчас бы проебать, конечно. Сильно, блядь. Хули он фазы себе на шторма не возьмет, блядь. Слышь, ну химики мусора ебаный. Да, УФК, чел, забей хуй вообще, блядь. Очко. А нету второго скилла, сори. Я алхимик, автокапарм. Нету, может я в очко засуну, молодец. Бля, почему не такие саппорты, сука? Сука! Расслабь. Что ты собираешь на бойке, что ты качаешь? Я не буду ни одного варда покупать, сори, но мне не нравится, как вы на кор играете. Для меня три кора, то есть три обосранца. С этих вардов, блять. Он с бойник инвиз не качает и собирает даггера. Сори, парни, отойти надо было. Просто... Меня уже отключили, нет? Я не тебе игру. Короче, блядь, у меня Боник собирает даггер себе и дезолятор с хиксом. Блядь, у него, короче, инвиз в один, все остальное он замахнул. О, хорош. А, так вот. Дай сетку джиггернула. У них вивер, короче, собрал фастрадик. Ну, у меня убить, этот, блядь. Челик вёфлит нахуй. Можно убить. Варды надо, да, алхимик? Варды, бля, пиздец. У него так один лип.
Этого же, наверное, мало, бля, надо вообще везде. Просто, блядь, Боник с даггером. Блядь, ну слава богу, хоть не, сзади. Блядь, с доминатором. Ладно, смысл убивать. Братан, на 15-й радик на алхимике очень сильно. Жесткие тайминги хорошие. Я думаю, что это алхимик закрыт, и вот туда вот это вот кашать, блядь, АФК стоять. Как говно ебаное. Ебал, эти варды покупать, короче, я уже хочу проебать. Тебе могут приходить плюс один, ты убиваешь пиздово ебаного шторма, ну ты просто все невозможно. Какой-то сын Шлик забанил эту хуйню, блядь. Что ты делаешь? Что ты нахуй делаешь на своем? Блять. Ну ладно. Джиггернаут Сман, ты на 16-й. Играем, парни. Дай сетку, давай убьем. Вивер здесь. Не, да, не нажимай инвиз на Боники, бля, просто я телепортом. Без обид, чел. Я не знаю, зачем ты этого героя берешь. СК мага попробую. Купил ПП себе, я думаю, даггер самое время купить, да? Бывает. Буду в Нюксалом визе врываться. Центр. Да мне похуй, я не буду никакие варды ставить. Пошел еще, блядь, сейчас Бонику, блядь, с даггером варды поставлю. Гребиш. Брать Боника на кэрри и собирать даггер. Может, у вас бы разъебал скамак, если бы я за ним не побежал. А, у нас алхимик ебать бегает такой, хоп. Знаешь, всего лишь нахуй. Ебать, чтобы это, блядь, сейчас всего нахуй моду взяли и олицу, ты пиздец. Хорош алхимик. Я бегу. Хорош алхимик. Сейчас я дезолятор с даггером дособираю, ух, разъёбка-то начнётся, блядь. Сука. Там чё бустер? Здорово, Джибер 777, шторм чё бустер? Нет, просто мой алхимик в миде, слишком сильный. На фол фрифайл и Боник, который даггер собирает. Просто ты не то качаешь и не так играешь, вот и всё. Молодец. Кайф. Такой даунг и алхимик, блядь, собачий сын просто. С ПТшкой, блядь, за 19 минут гандон, блядь. Плиз фарм, блядь, саппорта мне, уёбь. Молодец, молодец, что одно, что второе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не, видишь, что мне Гримстрок делает? Какой шторм, какой нахуй не бустер, блядь. Это обычный чел. Они под ульту. Нахуй бустер, блядь. Я бы тоже постоял бы против такого алхимика. Тоже бы по кайфу. Просто есть нету кринза, который, блядь, на 9 уровне не имеет ебаного
понимаю, вот любой ганг и все. У меня просто нет, ну зачем, действительно. Что, ты хилишься? Ты же сын дерьма, зачем ты меня. Я погиб, наверное, да. Пожалуйста, приди к нам, тебе не надо пройти доту. Зачем тебе сейчас фармить? Ты можешь закончить сами. Зачем тебе бабочка, купи БКБ? Все, в пизду. Да, он, у них все магия. Большинство. Виномансер хардовый, блять, Клинкс с даггером, дизолятором. Хорошо хоть, блять, не с доминатором арканами и молниями. А. Просто возьми ты на фрифарме на бонике, купи себе орчик, медаль и нуль эфир, блять. Ходи, выигрывай доту. Моему луна против нас играет. Сначала Тимик, скоро у тебя вон даггер есть, молодец, молодец. Можешь в очко его себе засунуть, мразь. Можешь в очко его. Сын дерьма, блядь. Я думаю, стоит тебе купить радиант, купить себе ПТ и вот это вот, блять. Животное. Просто на шторм выебал. Ладно, без... Смысла, в принципе, и так играть не было. Чел на Алхимике себе аккаунт купил, блять. Чисто играет ради удовольствия. Че нет? Чек. От шторма. Блять, 0.12, ты можешь остановиться, блять? Че ты ебанутый, ебан, блять. Подумай своей тупой головой, дубины ебаной. Как ты здесь играешь? Я куда не приду, я везу. Серьезно, пол фрифан, maybe, не знаю. Ну, может просто типа. Ничего вы не могу сделать на нигде, потому что не так качают. Может, не прям бустер. А хуй его знает. Может и бустер. Какая разница, типа, шторм слабый и на линии. Стики. Если пчел не брал алхимика. Три года три собаки, блять. Близ только не саппортом играем, блядь. Саппортом играть, а что в жопу ебать. 6 хуесос на бойнике керри, блядь, что ты не говоришь. Ну, блядь. Бля, просто... Ой, нахуй. Чёрт ебаный. Ты деб... Блядь, ну-ну! Алхимик просто, блядь, ты, чел, ты 5 раз, блядь, завёл комбу, колбу ебаную, блядь, и ни разу её не взорвал, блядь, дебил ебаный. Ты просто весь файт простоял в стане от самого себя же, блядь, идиот. Сука, как... Ты же взял шамана, долбоёб, после того, как я фикнул. Говоришь, что я долбоёб, блядь. Поймаю, там 0.13. Сам взял хуйню, говоришь, что шмак приду хуйню. Ну, почему-то сразу я, блядь, выходил на лайн, и меня сразу ёбывали за секунду. Как раз у меня вроде там 2 репорта есть, как раз там. Что невозможно. Надеюсь, он будет поиграть будет. Вот. Хуй. Пишись, если не сложно, на Джимбо. Или как? У тебя там ник. Там такой же индивидуум, забейте. Вот, видите? Где мой Флетчер? Если там куда уйдешь? Ты занят, тупорылая хуета. У тебя 0 урона, блядь, дебил. Просто, блядь, берет Боника, это просто шок. Не качает инвиз, блядь, покупает даггер. Хорошие игроки просто научились играть. В ОП поиграешь. Даже если мы выиграем, я все кину репорт. Ну слушай, блядь, даггер на Боника. Да, круто. Я не знаю, как с этой... Ладно.
Бля, ну, Sky 2.9, ебануться, у меня это же невозможно, у него просто кнопку нажимает, герой умирает, бля, это не будет. Сука, блядь, 0.15, тоже, блядь, просто обосри на лицо, блядь, своим злом, блядь, а чё не так, чё, чё, ну-ка. Это замучит, просто невозможно слушать. Там у Рики больше дэмэджа, чем у всей нашей команды. Забейте. Здесь он закончит стрейк. Шторм додумается купить БКБ и закончит. Просто купи на луне БКБ, нажми одну кнопку и просто развали всех. Не, бабочка лучше. Чел на алхимике, блять, имеет слоты нахуй, я не знаю. Почему ты собака, да? Че дагер изолятор? Пойдем бал. Где импакт? Бонни Флетчера. Импакта нет. И не вообще не двигается. Тогда, блядь. Ну и даун. Да ничего сюда, я умер. Ну, блять. Фраг. Фраг это всегда найс. Фраг это всегда на найсе. Ну это наша бруда. Ой, бруда, луна. Да ебать меня, иллюзия ковыряет его, блядь. А, ну МКБ собирает теперь. Оно просто вместо БКБ за 3200 собирает против тучки МКБ. Хм. Умно. Бей эту хуйню, бездарь! Бля, ебать ты бездарь. Серьезно, такой даун ебучий, ну почему ты такой, блядь, еблан на алхимике? Ты, ну ты вообще тупой, блядь, человек. Типа прыгнул и сразу ульту должен был нажать, ты что такой еблан, а? Ну объясни мне, ну что с тобой не так? Что ты за дебил такой глупый? Элементарно нахуя не можешь играть, нахуй ты ничего не берешь. Интересно, тут вижу где-то, наверное. Ну, просто... А, он... Читер Галленд скупил на... Охуенная сборка, Илья, слышь, на Боника. Ну у меня такой же индивидуум. У меня против тучки собирает МКБ. Ну, короче, блять, на Бодике купил Сиблинг Дезолятор и Драгонленс. Тупо врываться будет. И алхимик 3 слота, блять, на 30-й, охуенно. А, нет, даже 2, прости. Он манту уже 10 минут дособирать не может на алхимике. Наверное, сложно, пиздец. Игрок, блять, в Доту 2. Что на Боннике, что на этом, блять.
Я могу кримстрок засолить. Я с тосом могу... О, блядь. Хуй вот тучу челов, ёбну. Так, смока занимается. Так, почти, ага. Почти за сплит пушил, так, ага. Смотрим геймплей игрока в Dota 2. Так. Так, ага. Ага, ой, блядь. Ой, блядь. Боже, нахуй. Дачи ВЛП. Блядь, нас выносить иду, там у меня боник в текстуры прыгнул и стоит АФК. Не может вылезти. Сплитпушер, блядь. Сука, дебил. Опущенный, блядь. Хуеглотина. Бля, ну, на самом деле, еще может быть нормальный файт с Атосиком и со второй ультой, если Шторм БКБ не купил какой-нибудь, блядь, даун. Земля. Не знаю. Ласт смог развеивать, не буду. Или распылять еще. Смоганг. Ту-ту-тру-ту-ду. Смоганг. Брак Мику, раз брак Санбейс, говно. Зарядил себя. Ну, БКБ у Шторма, ну все, наконец-то мы выиграли, блядь. Ну, то есть проебали. Уж новых хочу. Сижу с чем-то время трачу, но это говно, блядь. Где мой Флетчер, блядь? Почти попадаешь, Луна. Просто АФК стоит. Смотрите, он АФК стоит. Ты зачем дефать у нас? Это бруда в амулете стоит. Смысл? Даун там еще конченый на алхимике, блядь, ебище глупое. Ау! Заканчивается, эти собаки не должны выигрывать, просто, ну, они не должны выигрывать. Тупо, блядь, даггерс. Как можно не уметь давать, блядь, комбу на алхимике с даггером, блядь, и колбой? Это две кнопки. Настоящий, если что. Нет. Там же тоже такой регент, что, блядь, не отличить нахуй нихуй. Кайф. Блин, за что мне эта луна? Это просто шок. Худший керри, который я вообще когда-либо видел.
Он нафармил, но он просто не покупает БКБ. Просто не хочет. Наконец-то, блядь, спушили нас. Ща парни, он свой сатаник дофармит, и я уверен, что он сейчас поставит кикбасик в БКБ. Чекайте. Иллюзии пилит нихуя. Ну ты на. Догон соберу. Кстати, нормальный день. Чё догон? Да ладно, остановка. О, гем. Гем это норма. Норма. Тупо шива на алхимике, блядь. Это тоже даун на алхимике. Тоже он, сука, конченый даун. Только не саппортом играем, блядь. Вот кем угодно, только не саппортом. Видите, собака, бывает. Жалоба есть. Нарочно поддается. Кто? ФК фарм. Да. Илья, нахуй ты это пишешь, да, он это не читают. Какая разница? Просто, на всякий случай. На всякий случай, я решил написать. Другие почитают. Просто, у челика, он пикает керри, у него сражение 2.75. Вот жесткий хуй. Я так скажу, блядь. Да, жесткий. Сколько у меня рейтинга? По 2960. Здорово. Пойду дальше сливать. Даже у меня сейчас черная полоса ебаная, я содержусь на 400. Вот. Типа. Я типа поднимаю 400, потом сливаю на следующий день. Так, ну поехали. Блять, только одна жалоба. Боник алхимик, бля, боник, уебище. Бля, у тебя на странице одна победа, и еле виднеется победа на Пудже наполовину. Да. Ты чё хотел? Нахуя ты, типа, ну, не знаю, как это сказать, ну, так жёстко ебёшь противников? Ну, не плевать. Чё они тебе сделали, бля, зачем ты так унижаешь врагов? Типа, лол, нахуя так ебать?
Молодой трилпил пытается украсть мой флоу. Ну да, о, я вижу, что хочу. Все поче. О, я мид. А, против меня опять этот бустер на шторме. Ой, блядь, короче, он заебал проебывать. Подожди, а у меня ливы есть? О, но лигр покинуто. Тут-ту-ру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 -ту
Слава богу, что я могу ливнуть и это не играть. Не тратить свое время и нервы, Чел с ником в дорогу старичкам нахуй. Прежний ранг божество, сейчас Властелин 3. Да, круто. А, и у чела еще ласпик у этого мидера. А, ладно. Ну-ка, считаем, сколько у меня побед на странице. Раз, два, три, четыре. Все. На этом победы закончили. На какой странице? На странице две победы. Нет, там минус 20 игр. Кого брать? Кого на мид брать? Что это, блядь? Виспа. Возьму скаймага, почему не хочется. Ща приду. Сканабифин, умри от спида. Животное. А, ой, блядь, чел, ты... Вэй, Мэри. Ладно, давай. Напиши еще раз, пожалуйста. По-братски, чел, напиши. Еще раз. Напиши еще раз. Чё ты не пишешь? Челик, ну напиши еще раз. Чё ты не пишешь еще раз? Напиши. Чё, сложно что ли? Давай напиши. Тебя как зовут? Меня Егор зовут. А тебя? По-любому, небось, какой-то долбоёб из прошлой игры, блядь. Не удивлюсь, если на бойнике или на алхимике, блядь. Меня Стас очень приятный, Егор. Ты же говорил. Ага. Что вынесешь? Кого вынесу? Шторма. Шторма? Я... Если будешь против него. Посмотрим. У меня курицы нет. Ну, типа, тут проблема есть, у меня нет саппортов. Посмотрим. Ну, типа, в скрытом пуле играю. Я пытаюсь с этим бороться. Я вчера вообще, да, блядь. Ладно, братик, удачки. Все, давай. А что ты не подпишешься? Я смотрю, если что. Давай, подпишись, что ты не подписываешься? Просто нажимаешь отслеживать. Как? Отслеживать, там кнопка есть отслеживать. А как без ку... А как, блядь, без курицы играть на петухе, когда... Все. Спасибо. Сейчас там уведомления будет. Вот как играть без курицы на петухе? Ой, блядь. Когда себе надо постоянно что-то возить. Слава Украине. Спасибо тебе. Что это, блядь? Еще курицы нет. Надеюсь, это чел на хускаре завкакит. Пожалуйста. Сейчас он постоит ровно там, я не знаю, сколько там, 4 минуты, да. И ливнет. Ой, или нет, точнее, начнет играть. И все, типа. Распакуй курицу.
Ой, ну блять, ну. Блять, еще и Хускаров и Касты. Меня нехило, нихуя. А-а-а! Да, это жестко. А он курицу не распа... Блядь, это просто... Чё, ты фармишь? Чё мне делать тогда? Нахуй ты, ну нахуй ты это делаешь на винге, блядь. Дебил. Ебаный. Надо этого челика закидывать, пока я штанфласк проебал, все проебал. Че за хуйня, блять? Почему снайпер нам стоит там? Я не понимаю. А, ну видите, он в мид пришел. Бей его, смотри, сколько у него хп, да. Ну, стик еще есть, там винга. Только я, ты умрешь, когда курицу распакую, я ее выложил, пожалуйста. Что мне делать, сука, не понимаю, почему снайпер стоит на бойке, я вроде фармил. Почему вы молчите, сука, пидорас ебаный? Да что, на снайпере руинер, что ты хочешь слышать? Понял. А, то есть ты курицу не распак... Блядь, я не услышал. Посоветите? Ну типа мне похуй, я в фильтре ничего не слышу. Я хорошо, блядь. Хорошо. Круто, круто. То я не понимаю, почему я не фармлю. Ты, потому что ты даун. Поэтому ты и не фармишь. Да, иди нахуй. База. Да в пизду, я не знаю, что мне делать на этой карте. Блять, ебаные геймруинеры, сука. Купил курицу, блять, на... Как только руны забрали, блять. Эти долбоебы, блять. И в мид идет. Фидит.
Не фидит. Че, твари бана. Может, туда свои скиллы, ты, бля, бля, еще один долбоёб прощупил, да. Блядь, не шо пойти лес фармить. Ебланище, сука, тупое, блядь. На самом деле там пик говно, блядь. Так что можем выиграть. Кто бы сомневался? Мало того, что, блядь, все хуёво. Так еще и чел на ПДЖ гангает. Чел на пудже опять тут. Скриньте. А, нет. Даун. Даун. За медикаментами оптинку пять. Уважаю. Что ты делаешь? Ты же должна убить. Блядь, да ты чё? Нахуй! Ёбок. Это настоящий или нет? Я тебя даже не знаю. Да, это настоящий. А хули я хукаю, блядь? Раки, блядь. А, там пугно, бля, она же меня контрит. Ну ладно, это такое, это сомнительный контрпик. Даже пугну можно разъебать на самом деле на скаймаге. На скайфраге. Потому что скайфраг шо? Шо? Правильно. Жесткий герой. На пяти. Шо, танки начнут бить, а? О. Штормислав, блядь. Ноль стиксов. Вот так.
Нюх ставим. Так. Так и так, блядь, что я могу сделать, блядь, на этой... 8-й левел Хускара, блядь? Как? 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 Почему ты в мид пришел, блядь? Ну, даун. Гимру, блядь. Нахуй ты умираешь! Сука, я не успел отойти, он уже умирает. Как животное последнее, блядь. Пущенное, сука. Там. Если ничем не поможет, потому что я... А, я умер? Батёху. Как достать? Ебать, она их там манси. Даунов. Не, ну тут она умерла. Или нет? Кто-то знает, короче. Опа, Виверслов. Виверслов. Ну, блять, я не знаю. Типа. Скорее животное. Ну ничего, у меня есть Атос. Сейчас я буду ходить их убивать. Так, надо Атос, потом сразу же Дагер после Атоса, Каю и Хекс. Победа. В принципе, если меня до этих артефактов не снесут, у нас очень жесткий пик. Так. Это неплохо было. В принципе, можно начинать, так сказать, еблю. Че, блять, вообще, как можно додуматься взять... А, ну там штурм на спик был, ладно. Нужен 12 левел. Там вообще триллиард урона. Ладно, сейчас мы всех крипов заберем этой. Потому что, ну, нахуй он, типа, ну, меня крипов стилит. Байте на снайпере убьем, у меня же Атос. Мы команда и не вы есть, типа, какие-то, ну, типа, не охуевшие охуенные, но, типа, такие, так искать, типа, ну, слоты как слоты, короче. Хорош. О, шторм с аквилой.
И ему я вынужден проебать. Это так, рассказываю историю нахуй. Как получилось так, что ну да, да, ну блять, ну возможно играть. Ой. Да он на шторме, блядь. Да он на пудже не дает играть. Шторм с аквилой, это, блядь, надо додуматься, боже. Нью мета. Тупо нью мета, блядь. Ну мета. Забайте на снайпере, давай ёбну. Пуч. Скар пушит. Правда, он умер. Но ничего, но ничего. Идиот, блядь. Лол, ты сам сдох, долбоёб. Рак ебаный. Сам сдох, долбоёб. Рак ебаный, блядь. Бать ты рак ебать. Что ему надо, блядь, почему? Вивера можно ёбнуть красиво, он всем пойду. Да он исчез, блять, куда он исчез? Да он исчез, я ожидал Silence, он же в КД, блять. Как он нажал инвиз, блядь, под сайлансом? Не нужно. На самом деле сначала сделаю всякая. Потом уже даггер можем делать. Даггер супер важен, супер охуенный. И вправду смешно. Я ебаный колхозник, блядь. Умер от Рошена. Бэт рофла. А вы не хотите добить, блядь, 25 кп у Рошена было? Да, он ебаный. Шторм Рошана забрал. Ну все. Конечная! Шторм с Аегисом. Круто, классно. Уважение. Блять, нахуй ты берешь Хускара? Были бы варды, мы бы всех поубивали тут. Ой, блядь, долбоеба. Ну вы без вардов. Просто был бы один, блядь, вард здесь, один вард здесь, я бы там всех раскидал. Ну ничего, ничего. Там Винча в Некс купит варду. Идите нахуй, долбоёбы, я, блядь, не кэрри, я не хардлайнер, я не мидер, блядь. Я вообще ничто, сука, в этой ебаной. Да, игре, да блядь. Ты не только в игре, ты в жизни ничто, блядь. Ебаный колхозник, ты играешь в компьютерном клубе 2018 год, блядь.
дебил, блядь. Ты в компьютерном клубе играешь, 2016 год на дворе, блядь. Их уже нет нигде, ты сон в нем играешь, блядь. Дебил. И что, блядь? И вправду, и что, блядь? И что, блядь? И что? Дома есть компи, чё? Чё, и вправду весело, наверное, блядь? Весело, ебать, я выше тебя уровнем, охуеть. Хотя ты жрал эту ебаную... Хорош, хорош, чел. Моё уважение. Сиди всем... расскажи друзьям в компьютерном клубе. Я тут. На саппорте, блядь. Ой, я вижу, ты проигрываешь. У меня, блядь, чел на Хускаре дорогу старичкам, блядь, в компьютерном клубе играет. Хуёбище, хуёбаный. Да, у саппорта не можешь забрать фраг, блядь, нихуя оттуда. Дай сайлент, блядь, фарму. А, у него Аегис нихуя. Давай ему стан, дай ему стан. Дай ему стан, блядь. Дай, сука, стан, блядь, дай, сука, стан, дай, сука, стан. Дай, сука, стан. А, дебилы, блядь. Блин, дебилы, сука, дебилы. Дай, сука, стан. Дорогу старичкам. Дай, сука, стан по таймингу, блядь. Просто дай, ебану. Тупо, прежний ранг божество, хороший. Почему, блядь, я должен выигрывать вам соло, сука, на ебаном саппорте? Да, блядь. в соло выигрываешь, все нормально. Пацанам там расскажи, блядь. Пацанам там расскажи. Ты не можешь, блядь, убить, сука, шторма, блядь. Да, я... Блядь, ты лучший, чел, ты лучший, нахуй. Чел, ты лучший, нахуй. Ты вообще проигрок, ты чисто на буткемпе сидишь, все, забей хуй. Все нормально, извини, прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Ты же прежний ранг божество, прости. Прости, друг. Я так понял, снайперы, ты должны были мид пойти, ты мид проебал, ты хотел роумить, но, блядь, я видел твой заказ, ты не хотел... Все, прости, пожалуйста, у тебя прежний ранг божество, я не могу с тобой спорить, прости. Сука, я понял, короче, ты руинера, не снайпер. Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Снайпер, я прав. Да, я заруинил снайперу мид, да. Снайпер, ты что, я прав? Он хоть... Да, я так и понял, сука, блядь. Идиот ебаный, блядь. Хули ты ржешь, нахуй, ты, сука, залупа, блядь. Ты, сука, залупа, блядь. Ну не знаю, снайпер. Сиди, нахуй, закрой ебло свое, сука. Иди продли, нахуй, на час клуб свой, блядь. Где ты его вообще нашел, блядь? Компьютерный клуб, блядь, 2016 год. Шел 2018 год. Мой Хускар играет в компьютерном клубе. Не удивлен. Я играю лучше тебя, блядь. Да, я и не спорю. Прежний ранг божество, сейчас Пластилин 3. Не спорю, брат, хорош. Ебаш их. Блядь, Тимараков, сука, помогайте, алло. Да, бывает, все нормально. Извини. Не помогаем. Да, два ББка. У него есть ульта, быстрее шторму, дай стан, пидорас, там, ка. Стан, сука, дай. Стан, сука, стан! Стан, сука! Вы его не убьете, алло, даун. Тупо аналитика, да, не убьет. Все, тут все ясно, нормально. Где вообще мой скай? Где мой мидер, алло? Не где знаю, ты, блядь, да извини, я же сказал, проебал мид в ноль. Опять поверну, против трех героев, прости. Почему шторм 12-3-6, а не знаю, 500? Не знаю. Не знаю. 3-10, блядь. Она потому, что ты умер 13 раз. Все. Я саппорт. Да, ты лучший, ты лучший, да, саппорт. Ты лучший. В своем компьютерном клубе. Крубе, блядь. Сука. Блядь, не научись говорить крубе, блядь. Да все нормально, извини, пожалуйста, я же извинился. Нормально, извини. Иди продли еще на часик себе, посиди там с пацанами. Там с пацанами. Я на ножку все. А чё, Сыша, вопрос, а чё, на компьютер не хватило денег или чё? На компьютер не хватило денег? Завали свой ебальник, долбанный. А, вот оно все, за дело нахуй ребенка. На компьютер денег не хватило, ну бывает, бывает, ничего, блядь. Заработаешь. По IP, блядь, да, я боюсь тебя, блядь, братан. Я боюсь тебя, блядь. Я борец, долбоёб. Да, блядь, ты борец, я верю, блядь, мне настолько не похуй, братан, блядь.
Борец. Блять, пацаны, поможете, может? Почему вы АФК стоите, дауны? Пятером АФК стоите. Так ты ж борец, давай. Интересно, стоит делать предсказание на победу? Я даже не знаю. Нет. Да, да, прыгни, тебе борец говорит, блядь. Тебе борец говорит. Прыгни, ВК, блядь, долбоёб, может, заюлит тебя. Алло, тебя сейчас убьют, беги. Нахуй ты комментируешься? Животное. Ну да. Давай, давай, блядь, давай. Опа! Чё, вардишь нахуй? Хорош, скажется. Заебали, блядь, скину, пидорас. Ну он врывается, меня убивает. Купите юл, да, он там стамает. Не-не, я не хочу. Я не хочу, не, я бы купил юл, но ты мне советуешь купить юл, поэтому это плохая идея. Ты, блядь, тупой или чё, блядь, что за хуйня? Не знаю. Ты меня уже вычисляешь по IP, ты? Ну да, я маму твою ебал, она шлюха. Ты меня вычисляешь? Ебать, сука. Ну, ты уже вычисляешь меня или нет? Критическая ошибка. Да, критическая ошибка с моей стороны, согласен. Сколько тебе там на поезде от твоего Саранска до меня ехать? Год, два? А, в Казахстане, ебать, извини. Казахстан это совсем другое дело. А у вас там интернет есть? Скайп, дайте, я по скайпу найду. Да, без проблем. А у вас интернет есть в Казахстане? Нихуя технологии. Нихуя технологии. А, так я понял, хули ты в компьютерном клубе. У вас они только появились, наверное. Тупо Казахстан, жестко, брат. Что ты делаешь, блядь? Сначала дай. Да, так все правильно. Все правильно. Да. Потом даешь ульту и стан. Да, да, да. Что еще расскажешь? Блядь, если бы ВК умел играть, все бы легкая игра была. Да. Согласен. Блять, про. За мной. Казахстане. Он казах или что? Или подожди, в Казахстане казахи живут? Вот, нашел первого. Да. И нахуй он живет. Вот, первый клиент, сука. Дай ему второй скил сначала, даун. Сука, блять. Ой. У них вообще Илья в Казахстане есть там, я не знаю, интернет, блядь. До них, наверное, компьютерные клубы только дошли, блядь. Чем ты дерешься? Сука. Что это такое? Вообще-то у них, кстати, один из самых быстрых интернетов в мире. Да, ну, так, блядь, навскидку. Ну да. Потому что, наверное, новый только появился, поэтому самый быстрый. Еще не пользованный. Его сейчас опять Рошан убьет. Дай стан, дай стан ему, дай стан ему, дай стан ему, дай стан ему, дай стан. Дай стан. ВК, дай стан, ВК, дай стан. ВК, дай стан, ВК, дай стан. Линку, брат, давай стан, линку. Блядь, разбить линку, сука, тупая ты, блядь. Хорошо. Давай, давай, давай,
правильно сделал. Скажешь, когда пойдешь и что-нибудь делать, Джаггеры? Спасибо. Илья, я тебя, наверное, разочарую немного. Но твой Джаггер никогда не пойдет давай, ничего давай. Делать, Илья. Слушай, это твой Джаггер. Ты иди в лес, ты так бесполезно. Help, help, help. Парни, блядь, ну помогите же ему. Ну да, братан, я полезен. Блять, мом на Хускара купил, ёптва. Ты же рядом был, хоть бы съебал. Казахский супергерой. Блять, ты бы там нафармил, сука, себе наебаный огонь. Сори, попасть нереально. Блять. Почему ты не утонул, алё, снайпер, вот он здесь. Два урода. Снайпер, объясни ему, что утонул. Как он знает, что начал сообщение? Бля, я не могу нахуй. За что, блядь? За что? Блядь, мом, атос, нахуй, транквилар, блядь. Кто это, блядь? Казахский супермен, блядь. Блять, он опять прется куда-то. Он опять идет нахуй в атаку. Дебил. Бля, ты где аккаунт купил? Ты дебил. Что он вообще делает? Ебать. Вы начнете играть сегодня или нет? Да, это правда. Начнем мы играть сегодня. Стан, стан, дай ему. Алло, стан. Пацаны, помогите ему, видите, бля, вы не помогаете ему. Красиво. За тобой бежит Венга, 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 он сейчас там даст. Уходи, Венга, уходи. Да что ты? Шиш. Шиш. Чувак, лес качает. Снайпер, алё, надо уходить. Мне два лесника рука. Бей, пугнул, блядь, я раскил под себя. Ну, допустим, не пикать такого керри, который просто ничего не может сделать на линии. Ладно, давай пока. Займан. Если ты не понял, долбоёб, то я взял first pick. Все, давай пока. 0-1 даун. По-моему, Хускар прыгал на пуджа уже раз. Сейчас посмотрю счет его. Раз 16. И 16 раз он умер, один раз его убил. Ну ему похуй. Казах. Как вообще эти компьютерные клубы выглядят? Ты хоть раз вообще видел у нас где-нибудь компьютерный клуб? Угу. Я тоже не видел. Можно, можно убить его. Давай. Шторм. Бать, он дамажит, сука. Нича, помоги, там, блядь, прикилы бегают. Нича, конча. Без маны. ВК без маны, убить ВК. Ай, блядь, ты замаш. Тихо. Бегай. Пиздец. Убей эту хуйню. Энчанта. Вивер без маны, убей вивер. Хорошо. Да нахуй он так ебашит. Пугну тоже. Пугну тоже убей, алё. Нахуй он так сосёт. Ну, хотя нет, ладно, бегай. Он сейчас догон даст. О!
пизда тебе, брат. Хилку нужно. А ну и говно. Нахуй это играть вообще? Сука. Курицы нет, блять. 5 кэри. Чё, кускар... Кускар хазах, блять. Что еще? Нахуй Хускару мом, блять, нахуй Хускару мом, блять, когда он не бьет огненным стрелами под мом. Нахуй Хускару мом, блять. Блять. Да, блять, у Хускара, у Шторма руда иллюзий, блять, Хускар не умер, пишет, пиздец ты даун, блять, манта на Хускара, ой, на Шторма. Я это пох... Бра, пиздец, да, манта на Шторма, это вообще забей хуй. Такой даун. Прикинь, манту собрал. А ты все равно от него сдох, блядь. Как неприлично. Хули ты, блядь, ты дебил. Это вот убейте, убейте, я дал ему. Шторм летит на фулману, на фулману. Шторм летит на фулману. Пиздец. Давай. Парни. Помоги, 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 парни. Нигма. Стан, 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 дай, Лука, Лё, что ты делаешь? Лука, сука, что ты делаешь? А, у тебя блин летел, все понял. Слышишь, Тормец, это ты что ли, Джимбо этот? Стан, 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 стан. Признавайся. Печку, сука, дай. Сука, тварь, блядь, на Лука. Откуда ты узнал, что он казах? После того, как я сказал, что он казах. Ах ты, блядь. Просто все реминанты собирают, блядь. Хули нам. Хускаром. Ну, вице-божество, как-никак. Ну, тут, типа, ничего не сделаешь. Вице-божество, оно и есть вице-божество. Чё тычку не дал? Вот у них керри как керри, а у нас джиггернаут с мидасом будет. Так, так, что он будет делать? Так, абус, абус, блядь. Сука, почему ему так не везёт? Мигай, ВК за тобой бегут. Помогите им, помогите им, алё. Тормоз, 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 тормоз. Как я его не добил? Умк. Сейчас я его сажу, подожди. Такой долбаев на лидере. Ой, на скайл. Да, извини, брат. Ну я хотя бы манту на Шторма не собираю. Иди нахуй, я понял, что это руна, долбоёб. Да, понял, когда тебе это сказали 5 человек. Да ты догадливый. И чё? И чё? Сам же главное понял. Твоей мамаши хуево чё. Ты меня уже ищешь через скайп? Что, долбоёб, нажми даун.
Понятно все с тобой. Байбэк, ВК, алло. ВК, байбэк. Я бы тоже не байбэкался. Нет, инча! Ты нажмите алло даун. Ульт, ульт, скай, ульт сюда дай. Не души. Когда не закончится. Ты мог ради раунд взять вообще-то. Подефать никто не хочет, да? А, у вас... Понял. То есть ТП вы принципиально не покупаете. А ну вот этот вот выродок со своим медасом ходит. Вы-то вроде... более-менее адекватные. Я пойду спать. Подожди секунду. Жалобы нет, да? Правильно. Жалобы нет. Он сейчас, короче, пойдет покорять рейтинг дальше. Бляще, короче, смотри, канал эти, да? Шилова, блядь, они там пухают постоянно, мужики эти ебаные. 5 косарей, рыба. Киров, блядь. Упалочек, упалочек, но знакомые, неплохие. Ну чё вы, толстячки, боровички. О, Серёнька, здорово. Я вижу, стройнее потихонечку. Но, вижу, нам не выиграть с таким джаггером, он бесполезен. Вот, ребят, 9 мая, всё. А вот... Ну я сейчас ещё расскажем, да? Броми, да, всё. Люди стесняются отмечать. Нет. Что вы так орете про 9 мая? Сейчас мы вам все расскажем. Сейчас мы выпьем по 100 грамм фронтовых и все вам расскажем. А чего вы рисовать собрались? Ну, чтобы тебя посадили нахуй потом? За что? За то, блядь. За что, блядь?
Нихуя рисовать не вздумайте, вы чё, блядь? Причем, что потом меня посадят, то, что я это видео выложил, блядь. Ну, отсидишь, да выйдешь. Ну, спасибо, блядь. Да. Короче, ребята, это Сергей, блядь, кто это, кто организовывает все вот эти вот давильни? Серега, расскажи, почему с танком за хуйня получилось? Почему танк? Танк не получилось, потому что он с зимы, его долго упорно пытались реанимировать, но, видимо, где-то в системе. А у нас подозрение, что его на аппарат отдали. Вон он стоит. И что, и будем играть? Да, БМПшка стоит. Че, урона надо будет по ней? А можно, чтобы я вот сидел наверху с флагом, и мы ее раздавили? Можно, но будет сесть. Сколько стоит машина? 45 тысяч обошлось. А, сначала 60 стояло. Uh-huh. Потом мы за... Серега подходит, когда начали торговать, у нас все на видео есть. Серега подходит, говорит, давай за 40, кто такой? 50, согласны? 40 хотите? А сколько? Красная цена, а полтинник я больше не... Согласен. Красная цена. Видите, такой в деревню уже заехал, такой, я на ней 500 километров каждые выходные катаюсь там, туда-сюда, Назарова, Назарова. Где Павлович сидит такой? Это Павлович, последняя капля была. Я такой, что такое? Ну что, ребят, давайте. А Сереги ты что, дали, нет? Ну что, у нас, короче, сегодня одни Сереги. Рад, 4 Сереги. 4 Сереги. Самое оказалось, что мне они не наливают. Что, стопки нет нормальные? Куда столько нахуяли? Все стаканы. Пей-пей, ты нам пьяный нужен. Смотрите, здесь еще пинбольный куб какой. Ребята, в пинбол ебашатся. Мне многие говорят, давай. О, шарик пинбольный. Многие предлагают, давай, типа, пинбол поиграем, типа, поснимаем пинбол. А как его поснимаешь? Вот такая все разрозненные, блядь. Ну, это как нереально его поснимать. Надо каждому, блядь, на каску, на какую-то GoPro-ху, блядь. Ребята рубятся, блядь. Это Counter-Strike, я псать. Вживую. А наш пока стоит, дожидается своей участи. Идем перископы сейчас идти. Квадрокоптером. Камеры сейчас расставим, все расставим, чтобы красиво все было. Ребята, женщина в мужском коллективе — это просто золото. Сейчас бы уже все в дрова валялись бы, сухомятку бы нахуярились нахуй, без закуски просто и все. Кстати, это... женщина и два Сереги — это золото. Но закусочку он все нам стругает. Ой, вообще, не женщина, а золото. Лен, давай мясом займись еще. Решил весь уголь сжечь? Да, а что? Это же уголь. Че его, его мариновать? А потом что, на чем? Там еще двое было. Сейчас я еще в куртке перевезу. Такси жду. А вы вообще, подожди, вы когда ехали, вы как одевались-то вообще, не понял? Я вообще же... Ты куда одевался? Я же сказал, что теплее одевать. Ты куда без шапки ехал-то? Скажи. Извините, я в Москве живу, а не в Сибири. Извините. И что? Ты думал, что жидкое одеяло на голову оденешь? А не помогло? Ребят, приехал Данил Викторович, смотрите, без гитары и без шапки. Знаете, почему он без шапки? Потому что он только что укладку сделал. Ну а как бы я подписалась тогда? А ты что, подписалась? Куда? У этой уже ступица вылетела, палыч бы! Нет, я вам хочу не то сказать, я вам хочу сказать другое. То, что сейчас пошла такая хуйня, почему вы празднуете 9 мая, там это деды не празднуют, там было грустно. Это вообще надо забыть этот день, это была война. Идите нахуй! Я с детства, это мои детские воспоминания. У меня всего два праздника моих любимых. Это Новый год и 9 мая. Они любимые моего дня рождения. Потому что день рождения празднует только мое окружение, а Новый год и 9 мая празднует вся страна, блядь. И поэтому этот праздник я праздновал, праздную и буду праздновать. А вы... Успокоиться. А для меня 9 мая. А вы не празднуете? День Победы, как он был от нас далек. Сиськи удар. Страх, смерть и все остальное. Это откуда есть, эти песни? Все праздны, даже, блядь, ну, радость. Нерушимой дружною семьей, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины бой. Снаружи не вывалится. Не вывалится. Думаешь? Так у меня одна рука, блядь. Ну что, Серый? За Родину! За Сталина! Поехали! С боем взяли мы орел, горы прошли. Может, просто зарепортить Джокера, да и все. Название прочли, а название такое, прав слово боевое, Брянская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брянская улица. На запад нас ведет, с боем взяли город, прям в город весь прошли. И под... Ребят, дворники, огонь! Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины. По путям, дорогам фронтовым. Это путь, дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Но это мой кор. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень. Но дальний восток знай, огневой ударный батальон. У границ земли дальневосточной, огневой ударный батальон. Там живут и песня в том порукой. Нерушимой дружною семьей три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Хуя какая-то, двери остались! От траву легла роса густая, полегли туманы широки. В принципе, тоже можете пофармить против антимага. Но только я не думаю, что мы, что вы выиграете со своим фармом против антимага. Криптовалюта Дурова, Тон, может стать основным платежным средством в 2019 году. В эту криптовалюту уже вложили 220 тысяч инвесторов. Дуров с помощью своей криптовалюты собрал 1,7 миллиарда долларов. Ребят, думайте, что на этом все неплохо зарабатывают. Если вы так же, как и я, в этом ничего не понимаете, то я вам советую команду профессионалов Start.com. Они зарабатывают на блокчейне, на криптовалютах, на новых технологиях, на лучших стартапах. Ребят, вам не надо задумываться, что сейчас какая-то криптовалюта упадет, какая-то взлетит. Они это все делают за вас. Вам даже не надо переводить рубли в криптовалюту. За вас это сделает команда профессионалов Start.com. Ребят, я... Ну все, у него манта баш. Давайте зарабатывать. Ну, в принципе, ничего не сделаем. Это команда профессионалов Start.com в описании. А, ребят, знаете, чем коза? То, что раз... Здесь чел. Вам на это антимагу убивать, какой топ. Ну, это-то, Павел, твое-то отлетело, блядь. Но, сука... Да хоть 5 героев. На, это какое-то грустное событие. Откуда тогда эти песни? О, я хотел сказать, что ездили постоянно... Женщину-адвоката, которой в Екатеринбургском суде пробили голову. Беби, 16к, блядь. 18, ёпта, нихуя. Начинал 12200 было, охуеть, ребят. Я вот езжу на пижо и не пищу. Я не жужжу. О, стадион достроили. Эх, заиграем сейчас. Как самолеты. За скоро все самолетом будем сказать, что... Да нет, ну, лучше. Кто-то, ну, какой-то долбоёб, ой, извините, но... Какой-то долбоёб, который написал, что Шилов, ты же говорил, пиво не пьёшь, а чё ты стоял с бутылкой пива? Джим Рук, минералка армянская, очень вкусная. Девчонки, вас как зовут? Меня Митя. А меня Натия. Я из Красноярска. Вы соседи, да? С южной? Северной. Вы? С Абхазии. Как вас зовут? Инга. Ингеборге Депхонайпе? Нет, я Инга. Ребята, смотрите, кто нас ждет. Хатом, блядь. У-ху!
Она попозже будет. Ребзя! Просто Красноярск, Подмосковье! Вадик называет это Москвой, а мы называем это Подмосковьем! А в Подмосковье ловятся лещи! Пляж! Сегодня будем купаться, блядь! Давай, Лена, ебашь пауэрбанк, конечно! Если ж я отдыхать в Глории! Где твой ул на копе? Ну, понимаешь, зачем тебе сейчас пасты вонючие? Ладно, его уже ничего не было. Ух, восторчит. А еще Линка. Нет, он работает, знаешь где? КБ Искра. А, мой Джиггернаут. Ему дали путевку на заводе. Вот он приехал такой. А здесь у него должен заместо барселки, там надо висеть этот радиоприемник. И там маяк. Пип, 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 пип. Должен проектировать, поднять самолет, на котором прилетел, и думал, блин, же есть, мне самолет. Ты можешь высунуть хуй изо рта и мух оттуда, нахуй, которые ебутся, выгнать, и нормально разговаривать. Да хочешь пить? Да, давай. Нарисованный хуй изо рта. Дебилы, блядь. Да, там не нарисовали. Нет, мы рисовали, потом девчонки-то в усы перерисовали. Ты говоришь, жёшь, блядь. Слушай, ну я волос на лице нарисовали, хуй на пузо. Извини, если, держи, подожди, блядь. Извини, если они будут над тобой смеяться, они будут смеяться надо мной. Короче, ребят, смотрите, зашли в домик, домик из кругляка есть, в общем, номер, смотрите. Ну, как обычно, все вот, прихожка. Вот все это висит, все крючки, хоть туалет. Ух ты, а здесь даже знаешь, сколько винки есть. Умывальник, туалет, все, ну-ка. Смывал все. Все нормально. Вино, мангал, все. Ну, короче, как это, как на даче. Стопочки, все хорошо. Нагал, все, то же самое. То же самое, только в профиль. Только симметрично, да? Асимметрично. О. О. Ты что, с цыганом живешь? Ты что, готов? Кто со мной самогон будет пить? Березовый. Давайте это, моемся, поехали на Красную площадь. А. Ребят, вот неплохой номерок. Это, алло. Где можно тусоваться? Здесь Чита, Павелкина спит. Чита. Я вот, Вадик, вот я уже оброс. Ребята, у вас лица нормальные, а у меня будет вот такое. Нахуй. Оно у тебя что так вот такое, что так вот такое. Ребят, Ольга Бузова завела свою криптовалюту. Павел Дуров сделал свою криптовалюту, на которой собрал уже 1,7 миллиарда долларов. Вы понимаете, что все... Все чуют, что на этом можно хорошо заработать. Если вы в этом ничего не понимаете, так же, как и я, то команда профессионала Start.com заработает за вас на новых технологиях, на блокчейне, на криптовалютах, на лучших стартапах, ребят. Еще раз говорю, они заработают вам так, что даже вам не надо переводить рубли в криптовалюту. Я с ними работаю уже больше 7 месяцев. Ребята реально рубят фишку во всех вот этих вот новых технологиях. Ребят, хотите заработать, то вам в команде профессионала Start.com. Ссылочка у них в описании. Давайте зарабатывать вместе. Короче, ребят, мы все переиграли. Мы завтра просыпаемся в 4 утра по Москве, в 8 утра по Красноярску. Едем на Красную площадь, закажем тачку, едем на Красную площадь. Там все это фотографируем, снимаем там Новоганьковское кладбище. Ой, ребят, смотрите, Вадика машина. Ой, номера-то блатные, 363, ебать, ССН. Светлана Сергеевна Николаева, блядь, это. Ребят, да вот мы приехали на знаменитый рынок фермерский. Это где тарится Вадюша мясом. Мы таримся на рынке и не... Так, перед тем, как открыть чипсы, тряхните их несколько раз, чтобы приправа вся, которая находится внутри, распределилась равномерно. Хотите поставить пачку, но она у вас не стоит, подогните... Просто в следующий раз кинь стрелу. Если в КД, то сори. Будет устойчиво, и вы будете меньше пачкать руки. Собралась большая компания, все хотят разом засунуть руку в пачку. Не очень лучший вариант, поэтому этот лайфхак для вас. Так, берем пачку, делаем надрез или надкус посередине и потихонечку начинаем разрывать ее вот таким способом. Крутим все это по кругу. Отверстие становится все больше и больше.
Вы выбираете свой размер, который вам нужен. Нормально. Серьезно? Прыгни, что убьешь их, тягани. Хоть 10 рук сюда суй, каждый возьмет сколько ему надо. Так, чтобы поменьше пачкать руки, загибаем верхнюю часть вовнутрь. И рука у нас уже не пачкается. Чтобы чипсы стало вкуснее есть, возьмите тарелку и бокал. Высыпаем чипсы в тарелку, в миску. А сверху выдавливаем кетчуп. Так чипсы намного вкуснее. Также есть свой лайфхак для Pringles. Возьмите листок бумаги, например, А4, сложите его вдвое, ставьте банку, наклоните, и великолепные чипсы у вас под рукой. Не надо куда-то сувать там руку в банку, в которую рука вообще нифига не входит. Также это все удобно убирать. Также чипсы хорошо горят. Не горят, потому что у них очень большое количество масла. Понравилось видео? Ну, сори, я Мидас не купил, как у Джаггер. Всем пока. Всем привет, сегодня будут фокусы. Всем привет. Если будете делать, берите кастрюльку похуже. Она еще пригодится. По запаху и по виду. Ах, только... Серьезно. Она меня умела убить два раза. Эй! Ты как сюда попал? Мили? Мили? Успей оформить карту S7 Тинькофф на сайте s7.ru.
Спонсор сегодняшнего выпуска – Taobao.ru, надежный посредник торговой площадки Taobao. Taobao – это крупнейшая торговая площадка в Китае. Миллионы товаров и цены от производителей. Лучший аналог Алиэкспресса. И цены ниже. Но, увы, посылки они отправляют только по Китаю. И как быть? Заходите на Taobao, выбирайте, что нужно, а ребята из Taobao.ru выкупят, проверят. Фото сделают и доставят до вашего города. Как организовать покупку и получить товар, читайте информацию у них на сайте и в группе ВК. Все нужные ссылки найдешь в описании. В таком явлении, как ставки на спорт. Что это вообще такое и с чем их едят, расскажу, в каких группах по ставкам вас 100% разведут. И объясню, почему проще сжечь свои деньги. Решила пополезнее будет дефрешер. Роскошную аватарку, пока что. Деньги чертовым аферистам. Я давно хотел сделать на эту тему выпуск, все никак руки и ноги не доходили. Я думаю, не подходите сюда все, я убью. Выпуск. А сейчас смотрим этот. Юбилейный 50-й выпуск черного списка. Так что устраивайтесь поудобнее. Ёбань с плясками. Начинается! Лично я считаю, что в нынешнее время большинство букмекерских контор полная хуйня, блядь. Ну, это лично мое мнение, оно может отличаться от вашего, конечно же. А хотя, знаете, всем похуй. Сейчас, куда ни плюнь, везде можно найти разные букмекерские конторы, которые предлагают сделать ставку на спорт. Существуют как черные конторы и, скажем так, не черные конторы. Большинство из всех этих контор запрещены, а домены их заблокированы Роскомнадзором. Причин блокировок много, однако букмекерство на территории России можно вести при выполнении некоторых условий. Букмекерская контора должна быть зарегистрирована на территории России официально и быть плательщиком налогов, а быть членом СРО. Это саморегулирование. Пожалуйста, помогите Помиду, у них 5 героев мертвы. Давайте разберем пример на 1xb. 25 апреля 2017 года букмекерская контора 1xbet в очередной раз обосрала, занесена в список запрещенных сайтов на территории России. Блокировка была вызвана по причине того, что букмекер работает нелегально, а также предоставляет услуги казино на сайте. Там есть различные игры, в которых можно делать ставку и, например, угадывать ячейки, числа и прочую херню. Даже там есть карточная игра «Дурак», блин. На деньги. Все это, конечно, явный признак казино. И наличие этого признака стало одной из причин блокировки конторы. Хотя в плане ставок к этой конторе, в принципе, вопросов в целом-то и нет. Ставки, блядь, они и в Африке ставки. Мне лично похуй, на самом деле. Это не мое, конечно, все это дело. Даже если я начну заниматься ставками, то я обязательно все солью, ибо у меня нет ни опыта, ни флага, ни родины. Я лучше картошки почищу, пожарю и одной вилкой сделаю сковородку. С горлодером. А вообще нужно разбираться во всем этом, делать расчет, на исход матча влияет ряд факторов. Не только погода, например, если знакомые там, например, есть из хоккейной команды, например, то можно получить инсайдерскую информацию. К примеру, ключевой игрок тащит катку, да, вдруг получил травму или еще что. Все эти факторы, все это влияет. Или, например, во время футбола идет дождь, или как-то он влияет на бег игроков по полю, да, по скользкой травке, доставляет неудобства. Ну и другие форс-мажорные ситуации, поэтому имеет место быть этому всему, как бы, и это все надо учитывать. Кстати, пиши в комментариях, на каких БК ты больше всего слил денег. Ну так, чисто поржать. Ну и на каких лупишь бабло, соответственно. Хотя, знаете, деньги любят тишину. А то, что конторы блокируются пачками, это не беда. Ровно как и в казино, у заблоченных контор всегда есть зеркала. Да и на некоторых БК можно через СМС... Сейчас все к нам джаги разберется, блядь, куда идти. Можно будет, может, хоть один раз ударит. И сливать там бабки, либо нехило их так поднимать. Ну, боже, что везет, это? Конечно. Не все БК одинаково... Герой 5, 2013 года играет. Коэффициенты вам рано или поздно один ход порежет. Это распространенная практика. Стоит добавить, что мнение и опыт людей всегда разные, и люди разделяют на два лагеря, блядь. Первые это те опытные пользователи, каперы, которые сидят спокойно, делают ставочки, вилкуют там потихой и зарабатывают. Не лезь в него так. Кого блокируют по полной программе, по разным, а то и совершенно надуманным причинам. Банк, конечно же, забирает конторы. Как же без этого-то, блядь. Достаточно почитать комментарии в интернете или видео на ютубе посмотреть откинутых пользователей. Все это в открытом доступе лежит, все это можно посмотреть, почитать. Причины негодования и бана всегда разные. То за то, что пытался вывести крупную
сумму разом, то идентификация пользователя длится очень долго и сроки оттягиваются. Что-то, блядь, прям как бинарные опционы мне напоминает. Там такая же хуйня с оттягиванием сроков. То коэффициенты режутся до самого плинтуса. То есть всем этим негативным явлением имеет место быть. Ну и донорство, конечно же, никто не отменял. Неопытные люди, доноры, тоннами сливают свои кровные. А вилкари лупят бабки. Стоит отметить, что БК борются с вилкарями. Букмекерские вилки – это ситуация, при которой вилкарь делает ставки на несколько возможных исходов таким образом, что он выигрывает независимо от того, как закончится матч. А вилкование запрещено у всех букмекеров. И за любое подозрение на то, что вы вилкуете, бан будет 100%. А шанс того, что вы докажете, что вы не валенок и получите разбан, сводится почти всегда к нулю, ибо вилкари способны разорить букмекера. Поэтому доноры всегда рулят и кормят контору, и доноров всегда дохуя. Ну и, конечно же, потом коэффициент. Джаггер лес долбит до сих пор. Ты, дорогой мой, Манкин Беттер, слишком много не заработал. Теперь скажите, какая БК-контора не режет коэффициенты? Знаете, нет? И я не знаю. Кстати, в последнее время, скажем так, нормальные букмекерские конторы ввели регистрацию с обязательной идентификацией. То есть через проверку документов. Идентификацию можно пройти несколькими путями. ППС – это наземные пункты приема ставок в вашем городе. Там и идентификацию проходят, и ставки там же можно сделать. Например, у нас в Иркутске я видел два ППС. Это 1x-ставка, бывший, кстати, 1xbet, и фонбет. Идентификация производится по паспорту. Можно это, через ППС это сделать, а через связной или через отделение платежной системы. Я поживу. А на фанбет, кстати, достаточно полностью идентифицированного на вас аккаунта, точнее кошелька Kiwi. То есть у Kiwi же есть три типа аккаунта. Это начальный, средний. Я, видимо, тоже. Там идентифицированы, профессиональный. Фанбет, как и Леон, являются партнерами Kiwi банка, который запустил второй центр учета переводов интерактивных ставок. ЦУПИС. Список разрешений на сегодняшний день букмекерских контор найти просто. Достаточно спросить в гугле. Я никоим образом не защищаю и не восхваляю букмекерские конторы. Каждому свое, как говорится. Мне вообще похуй на самом деле на все вот эти БК. Однако всегда и будут и те, кто любит заниматься беттингом, так и те, кто ни разу этого не делал и вообще не собирается этого делать, так и те, кто всячески поливает БК говном. Ну и те, кто слил бабло или выхватил банк. Ну, забейте, они выиграли. Просто зарепортить Джаггером. Приходите на все, что нужно от вас. Сырских и фермерских хозяйств хлебосолью. Достоверные данные при регистрации за нарушение правил и за вилкование. Хотя, как говорится, не хочешь, не ешь, да и силой вас туда никто не заставляет вкладывать бабки. Я сам-то по себе человек не азартный и не фанат спорта. Я вообще жирный и не спортсмен. Хорош. Спорт для меня это все равно, что торговля на бинарных опционах или игра в казино. Это, конечно, хуевое сравнение, но тем не менее. Они в пятерых не попало. Все деньги в целости и сохранности. Теперь пора поговорить про группы как? В соцсетях, где предлагают нам купить все возможные прогнозы, договорные матчи, а то и вовсе купить за бешеные бабки специальный софт, который чудным образом будет предсказывать нам исход матча. Для того, чтобы вы лупили бабло, жили и в хуй не тарабанили. Давайте не будем углубляться в подробный анализ. Скажу честно и прямо. Все, абсолютно все группы в соцсетях и паленые сайты, которые продают прогнозы, и причем за немалые деньги. Все это полное мошенничество, друзья. Это всегда было, есть и будет. Начнем с договорников. Договорных матчей в интернете не существует, блядь. О том, что матч пойдет по заранее известному сценарию, до последнего знает очень узкий круг людей. И все это в офлайн-сфере, но никак не в интернете. Есть множество способов обмана и втирания в ваше доверие. Все это пиздец, сколько у них урона, это просто шок. Сперва убедить, что у них есть завет. Они 7000 хп убивают за 2 секунды. Пробниками и развести на бабки. А убеждать уж, поверьте, они умеют. Инфосотка. Вам даже могут скинуть архив с предстоящим договорным матчем и его исходом и паролем. В зависимости от введенного пароля там будет выдаваться нужный результат прошедшего матча. Все это создано для прикормки лоха. Такая программа реально существует. И даже она у меня есть. Обзор и демонстрацию работы этой программы показал один хороший блогер, Игорь Овербафер. Ссылку на его видео с обзором этой программы найдешь в описании. Там вообще лютейшая просто схема, бля. Что касается покупки стратегии для ставок, это тоже все пиздеж. Не бывает никаких стратегий вообще. Спорт — это не казино. Спорт — это люди и человеческий фактор.
чата. Часто при общении с админом или ботом группы вам предоставляют пробники бесплатно. Если пробник зашел, то можно купить и поставить реальные бабки. Это все, конечно же, прикормка для лоха. Замануха, иными словами. Ну, раз зашло, два зашло. Это просто везение, друзья, не иначе. Вам только еще больше подогреют интерес. Тут вы решаетесь поставить жирную сумму, и вы ее, конечно же, проебете. На то и расчет. Кстати, во всех этих группах искусственно накручены подписчики, репосты и лайки. Это создано для видимости, для некой активности. Но на деле это все не так. Это все опять же замануха. Какие уловки используют мошенники, чтобы убеждать игроков в правдивости своей информации? Это типа, я очень давно кручусь в сфере ставок, очень прикол. На спорт, а схема развода на мне за Джаггера дали какую-то сокровищницу. Вообще... обоссанную, наверное, 2003. Знаешь, что это? Знаешь, сколько это стоит? 339 рублей. На торговой площадке. Ну ладно. В смысле за Джаггера дали? Ну, типа, он в соло проиграл игру. Ну, скажу так, за Джаггера, вот за мои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 подряд. Сейчас я дуэлю. Че там гуру, блять, капер, бать, урод, блять. Самое простое — это скриншоты с крупными выигрышами по ставкам на приличные коэффициенты. По замыслу афериста это должно стать аргументом правдивости его информации. Подмену кода элемента никто не отменял, тут даже фотошоп не нужен. Также есть продажа прогнозов на послеоплату. Схема вообще устарела. Вам дают ставку на обум вообще, блять. Если вы слили, то прогнозисту пофигу. А если ваша ставка зашла, то будь добр, часть выигрыша он оставит себе. А псевдокаперы по уму мне дают разным людям разные исходы на одно и то же спортивное событие, чтобы некоторая часть их клиентов осталась довольна и поделилась выигрышем с мошенниками при любом исходе. Теперь поговорим про раскрутку счета. Типа 50 на 50 вам предлагают условия чел, который будет крутить ваш счет. Но ему всего лишь нужно зайти на ваш аккаунт, на котором есть баланс. Тут, конечно, надо быть полным ебланом, блять, чтобы доверить свой аккаунт с балансом мошеннику-профессионалу. Но финал тут практически всегда один. Мошенник все сольет в пользу БК и ничего вам не вернет. Однако реалии таковы, что своими деньгами он рисковать не хочет, либо рисковать уже нечем, все проиграно. А если вы пожалуетесь в саппорт, вас обязательно забанят за нарушение правил платформы. Потому что передача данных, логина и пароля противоречит безопасности и запрещено правилами на каждом уважающем себя букмекере. Еще одна схема развода, но устаревшая, это складчина. Мошенник предлагает группе людей скинуться на покупку прогноза у какого-нибудь известного афериста этой области. Как я говорил ранее, покупать прогнозы — дело лоховское и бессмысленное. Здесь же упор делается на то, что из-за дороговизны, прогноза от якобы известной личности или
переполоха сайты. Осилить покупку в одиночку может себе позволить не каждый, поэтому и организуется данная складчина. Мошенник может заявлять о каких угодно намерениях, но цель одна – прикарманить общие бабки себе в карман и пропасть. Это делали как вот опциончики ебаные наши, тоже любят делать вот такие раскрутки счета на бинарных опционах. Так делал папка Трейдер и Бинарный Чмонстр и многие другие трейдеры, блять. Прикарманивали бабло к себе, списывая это на то, что произошел слив, про который они якобы предупреждали, блять, прикрываясь рисками. Пидрасы, блять. Дальше у нас идет продажа программ прогнозирования ставок. Ну это вообще пиздец. Типа некая чудо-программа по чудо-алгоритму вычисляет наиболее выгодную ставку. И продаются такие программы задорого, но толку от этих программ нет вообще. Пользы от этой программы нет никакой, проще самому поварить, блять, своим котелком. Подумать и сделать ставку так, как вы ее видите. Зачастую программу продают кинутые люди, которые ее купили. И, блять, потом, конечно, до них дошло, что она бесполезная. Но они начинают ее продавать, дабы отбить затраты. Так и кочуют программки по интернету вокруг да около от лоха к лоху, блять. Там покупается, тут продается, блять. Потому что она нахуй никому не нужна теперь, блять. Следующая схема – это мошеннический сговор с черной букмекерской конторой. Мошенник привлекает людей в БК и слитый депозит «Буратин» делит с админом конторы 50 на 50. Ну, там, смотря какие у них еще условия будут. Как договорятся. Ну и напоследок, псевдопирамидальное каперство, блядь. Так вот название даю, блядь. Некий человек, у которого есть своя группа по раскрутке счета, предлагает людям, чтобы те скинули ему на карту некую сумму денег, например, 1000 рублей. Этот капер якобы поднимает бабки, делая ставки и приумножает банк. Затем раздает приумноженные деньги влошенцам. В принципе, все, ну, на слух, все это как бы реально, блядь, да? Но только нахуя ему это надо, на самом деле, непонятно. Если бы у него были свои деньги, он бы так сам бы, блядь, тебе делал бы бабки, нахуй. Мне же надо брать чужие деньги, блядь. Что за логика? Вот, сука, и лохи ведутся. На самом деле, никакие ставки он там, блядь, не делает. Но для прикормки он делает выплаты первым вкладчикам за счет вклада вновь поступивших буратин. Радостные люди шлют скриншоты и фотки, что все реально, блядь, все работает, блядь. Подогревая при этом интерес к новым буратинам, которые только что зашли. Так и появляется мини-финансовая пирамида с ручными выплатами. Но поначалу выплачивают, конечно. Которая в один прекрасный момент рушит, как только банк хорошо раздуется. И в один прекрасный момент админ с деньгами самовыпиливается, съебывается куда-то, группа закрывается, а люди остаются с хуем с носом. И админ уже под другим именем начинает это потом позже всплывать. Уже на очередной охоте. Друзья, схемы способов развода на самом деле больше. Все не влезет в один выпуск. И эти схемы появляются ежедневно. И ежедневно, да, в дарквебе что-то новое да всплывает. Я попытался связаться с администратором дарквеба, темного интернета, блять, чтобы выйти на информатора. Смотрите, что из этого вышло. Ух, нихуя у тебя ебало, блядь. Ты че, как мышь пуганная сидишь там? Друзья, сбылась моя мечта. В рамках форума «Атланта» будет панельная дискуссия с яркими, интересными, умными женщинами, которые достигли успеха в разных видах бизнеса. Дискуссия о том, легко ли быть женщиной в России, нужно ли быть... Алло, пузырик. Эй, пузырик. Эй, пузырик. Я ты, додик, блядь. А ты чё такой, блядь, это? Своеобразный такой, блядь. А, пузырик. Алло. Кивни нахуй хотя бы, глазами так хуй нет чуть-чуть. Прям. А, красавчик. Ой, блядь. Патология, нахуй. Прям все так и рвутся вам помочь. Внимание, содержится нецензурная лексика. То есть в этом видео присутствует очень увлекательно и очень интересно. Блять, просто затягивало. Это прям было так настолько прикольно. Такая теплая, семейная, домашняя обстановка. Ну, сейчас мы повзрослели. Эта коробка с игрой у меня там у родителей так и лежит в полочке. Никто ее уже много лет не достает. Все заняты, все где-то работают. Сейчас уже не так часто стали встречаться все. Как бы пусть эта игра там лежит себе спокойно, пылится. Ну, наши дети подрастут, возможно, мы снова начнем играть в лото.
И, скорее всего, на планшетах через Wi-Fi, блядь. Ладно, короче, все равно эту коробку слоту выкидывать не буду. Оставлю ее надолго, хорошую память о приятных событиях, о хороших моментах из жизни. Итак, теперь немного предыстории. Прародителями лотереи считаются жребий, кидают гослото 4 из 20, призовой фонд составляет 67%. Это позволяет начислять выигрыши сразу по 9 и 21 категории, одна из которых накапливаемый от тиража к тиражу суперприз. Из оставшейся выручки производятся целевые отчисления в федеральный бюджет, которые далее расходуются на социальные программы, допустим, развитие спорта. Кроме того, средства направляются на изготовление лотерейных билетов, проведение тиражей, фонд оплаты труда, проведение рекламных кампаний. И всего 5% от выручки идет на финансирование спорта и благотворительности. И 43% получают владельцы в качестве вознаграждения. Ну это дохуя получают. Ой, как дохуя. Кстати, настоятельно рекомендую прочитать федеральный закон о лотереях. Очень занимательный и интересный текст. Все это в очередной раз доказывает, что 100 лото это лохотрон. Чтобы не огорчаться и не расстраиваться, как сказала моя любимая жена, нехуй играть. Что касается того, что 100 лото всех наебало в новогодней лотерее, что привело к появлению множества различных разоблачений на ютубе, то тут дело не в лото, а в том, что некоторые разоблачители, которые, возможно, только вчера вышли из пещеры, даже понятия не имеют, что такое лотерея. И, скорее всего, даже сами ни разу не принимали участие в ней. Я конкретно о том, что они понятия не имеют, как проводятся съемки, делается прямой эфир этих игр. И стали обвинять 100 лото в том, что видео заранее сфабриковано и номера были заведомо подготовлены специально, чтобы выиграло как можно меньше народу. 1212-й тираж русского лото шел в записи, а выдавали его как прямой эфир. Ну вы что, серьезно? Прям, блядь, теория заговора какая-то. Давайте я вам тогда расскажу, как все происходит на самом деле. А то я заметил, что у некоторых мозг раком загнулся в недопонимании о прямом эфире в разных часовых поясах. С телевидением-то я знаком не понаслышке, ибо сам работаю на телевидении режиссером монтажа. Увы, но для медведя это не стало оправданием. Животное пришлось застрелить. Все-таки не место хозяевам тайги на городских улицах. Ты в студии? Транслируется этот тут вот куча каких-то хуёвин. Вот то, что идет в эфир. По определенным причинам этого не делают. Вот так вот мы и работаем. По закону, прямая трансляция обязательно должна проводиться в день проведения лотереи. Ни днем раньше, ни днем позже. Если какие-то отклонения начинают происходить, то лотерейная комиссия... Ну, просто считает это проведение лотереи недействительной. В общем, ничего заранее не снимается. Ни за неделю, ни за месяц. Никто заведомо заранее не подготавливает какие-то там номера, чтобы там никто ничего не выиграл. В интересах самой лотереи проводить именно честным образом, в студии, как есть, в прямом эфире, всю вот эту игру. Как обычно происходит, в Москве с утра в назначенное время идет сбор массовки. Массовка — это те люди, которые будут сидеть в зале. Есть определенные требования, которые согласуются с организатором массовки. Это внешний вид, чтобы ничего черного не было там, чтобы не сливаться с фоном. После того, когда отобраны люди, они едут в студию. С 9 утра в студии начинают включать оборудование, выставляют свет, отбивают баланс белого на камерах, проверяют звук, чтобы было все четко и без всяких проблем, без технических сбоев. Затем начинают прогонять в холостую, репетируют выпуск, потом уже после репетиции делается перерыв 5 минут. Пока идет перерыв, режиссер координирует действия, кому куда смотреть, как улыбаться, там, чтобы никто не волновался из ведущих там или ведущей. Ну, чтобы все было на Фоксе. Вносят кое-какие корректировочки, и все нормально. Перерыв заканчивается и прогоняет целиком тестовый дубль. От и до. После того, как прогнали тестовый дубль, опять делается 5 минут, люди выходят, 5 минут проходит, все, заходят уже все ведущие, все заходят, усаживаются, и ровно в 13:00 секунду начинается прямая трансляция. И ориентируется она в первую очередь на самый крайний часовой пояс. Это на дальневосточный часовой пояс, где Анадырь, Петропавловск-Камчатский находится. Пока в Москве 13:00, то Петропавловск-Камчатский 20 часов вечера. Именно эту трансляцию в прямом эфире вживую видят зрители Петропавловск-Камчатска, Анадыря, то есть с жителей дальневосточного часового пояса. Со всеми элементами, которые размещены на экране. В том числе и плашка «Прямой эфир в углу». И стоит отметить самое главное, что такие прямые эфиры по часовым поясам – это общемировая практика. Так делают во всем мире, даже в США, блядь. По-другому сделать никак. По логике это сделано для того, чтобы в 20:00, когда большинство людей уже дома, это прайм-тайм, когда все дома... Приходите на ярмарку монастырских и фермерских хозяйств,
хлебосолье. Дома отдыхает, чтобы задействован было как можно больше народа. Ничего страшного, если прямой эфир будет для всех прямым. Неважно, это будет в час дня по Москве, либо в 8 вечера в Владивостоке. Кому нужно, и в 5 утра это посмотрят. Никто не захочет в 5 утра сидеть, расслабляться и играть в это лото. Если делать эфир прям вот сразу на всю страну, там с 5 утра, там, блять, еще куда-то, это не рентабельно, не целесообразно. Технически это... будет согласование с Роскомнадзором, во-первых, во-вторых, с местными телекомпаниями, потому что у них могут быть по трафику идти свои эфиры, внутренние, местные, там, свои какие-то программы, которые нельзя отменять. Просто на других телеканалах могут сказать, нас не ебет, у нас сегодня утренний коктейль, идите нахер своим лото, блядь. Проще сделать разделение по часовым поясам и запись прямого эфира уже транслировать по следующим часовым этим поясам, прям до Москвы. Калининград уже только в последнюю очередь смотрит. Окей, хорошо, но почему вы не убрали надпись «Прямой эфир»? Ведь это прямое введение в заблуждение. Как я объяснял, прямая трансляция идет в прямом эфире, ориентирована она на самый крайний часовой пояс. Когда идет трансляция, идет параллельная запись всего выпуска, имеется в виду всей игры. Прямая трансляция идет и пишется со всеми элементами на экране, в том числе и плашка «Прямой эфир». Я про это уже говорил. Так по закону о телевизионном вещании положено. Даже если на секунду отключить эту плашку, либо удалить потом на запись, или еще куда-то что-то с ней сделать, то это будет такой невъебенный штраф от Роскомнадзора, блядь. Такой, как даже мир не видывал, блядь. В телевидении все очень сложно и строго, блядь. Хронометраж этой программы не должен превышать больше 59 минут. Там отводится специально несколько секунд для того, чтобы успеть запись включить уже на следующий часовой пояс. Тут же, сразу же, как только закончилось вещание на самый крайний часовой пояс, то идет уже рядом стоящий часовой пояс. И уже на рядом стоящие пояса уже до Калининграда. Это все будет запись прямой трансляции. Со всеми сохраненными элементами на экране. В том числе плашка «Прямой эфир». Технически невозможно сразу, блять, сразу, как только закончилась прямая трансляция, что-то там быстренько убрать или замазать плашку «Прямой эфир» и тут же дать это в эфир. Нет, там секунда в секунду все идет по хронометражу. Только закончилась программа, там идет пока отбивка, подготавливается эфир уже на следующий часовой пояс, сразу же подключается тот файл и воспроизводится, который уже записан с прямого эфира. Оригинал, без всяких модификаций. 6 по Москве. Розыгрыш, напомню, проходил в 20:00 по Москве. Обратите, задействовано минимум людей. Скоро вообще людей не будет задействовано нигде. Мир захватили роботы. Если организаторам лотереи понадобится сфальсифицировать результаты, то они запросто это могут сделать. Однако такой способ быстрой лотереи крайне сомнителен. Траектории шаров по шаблону, цифры непонятно с какого генератора взяты. Все это какой-то, блядь, темный лес. Это чисто такой электронный лототрон, как и быстрые лотереи. И подкрутить тут можно вообще все, что угодно. И запросто. Но мы с вами можем только подозревать. Нет. И предполагать. Го играть. Го играть. Во что, в доту или во что? Сейчас. Фулпатчик как раз таки отыграть. В доту мы его классикал. Он одну катку вроде как уже отыграл. Я позже. Угу. Ну-ка,
интересно, реально это сокровищница 1800? А ты ее где посмотрел? В Dota маркете, в самой Доте? Ну, в самой Доте зашел, торговая площадка 382 рубля там будет. Конечно, нет, она стоит рублей 20. Нет, именно там написано торговая площадка 382 с копейками. Нет, вряд ли, еще приду. Ну чё? Не, в принципе, хорошо, нельзя продать или передать. Это, это хорошо, да. Ты не в курсе? Да не, я думал сокровищница, ну мне подло как-то давно. Что мне выпадет, ну ладно, хоть вард, хоть не говно шмотки. И шо по варду, его можно. Нельзя, ага. Ну это хороший сокровищница. Я уж порадовался. Ой, плохо. Я уж думал, мне хоть что-то Dota положительное подарит. Вряд ли. Что она тебе может положительного? Бычко, например, за сыну чуть. Все, погнали катку. Катку. Не хочу я Dota играть. Катку. Погнали. Ты идешь или нет? Только быстро. Не знаю. Ну, пошли одну. Блять. О, зайдешь к нам, к Ромасику, там, к друзьям? Да, это опять этот наркоман шишками, да, своими. И что? Смотри, у них, понял, там против нас фуллстак играет. Ну это сильно. Фуллстак, FF. FF, ебать, тупо FF. Фуллстак героев. Тупо фуллстак FF, и чей. Там вообще-то лол, ты чё, да, он там вообще не только герой, там еще и рыцарь. Имею уважение. Он еще и властелин. Он это предводитель их. Я как понял, он властелин 2 вот это. Он их папа. И что мне брать сюда? На керри они мне предлагают играть.